меня дуэт это бывает только с котами, когда они мяучат. И всегда это бывает неудачно. У нас такая традиция, я думаю, что... Замечательная у вас традиция, да, я вас не первый раз... Это Мурзик, да. Мурзик. 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 Обладатель редкого очень, как я говорю, имени. Мурзик. Вот, кошачьего. А, я вот просто изучил этот лист друзей, да, это, в общем, приглашенные фактически, видимо, друзья. Ну, мои коллеги, товарищи, конечно, нельзя, я не могу их, не имею права назвать всех их друзьями, я бы хотел, чтобы они были моими друзьями, но уж точно коллеги и друзья по сцене. А... Хотя есть там и Гарик Сукачев, и Ваня Хлобыстин, и Михаил Олегович Ефремов. Конечно, это мои друзья. Да. И Олег Митяев, и Саша Маршал, и Иванов Саша. Вот. И Саша Скляр. Ну, такие действительно очень близкие мне люди, безусловно. Но при этом я ведь впечатляющий такой список. Я не очень понимаю, как это все можно уложить в рамки одного мероприятия. 8 часов, да, начинается это в Крокус Сити Холле, и длится это одним как отделением? Пойдет, одним, я не знаю, пока мы не решали. Тут зависит от действительно тайминга, так называемого, называемого количества номеров. Но пока вроде у нас укладывается где-то порядка 30 номеров. Это все будут дуэты? Нет, не все дуэты, нет. Это будет трио и квартеты будут. Не, ну можно и будет массовый хор, будет, и дети будут. Да. Школа гардемаринов будет в количестве 60 человек. Вот моя школа, которая в Красногорске у меня. Будут домисольки, тоже мои большие друзья. Вот, ну, вот, например, будет... Я просто не хочу раскрывать всех тайн. Это должно быть, потому что неожиданно. Интригу-то надо создать. Должно быть неожиданно. Да? Ну вот будет некий квартет, как а-ля Битлз, который будет состоять из 4D. Не буду раскрывать эти имена и фамилии. Ну, одно понятно. Дмитрий Харатян, это как минимум одно. Вот, да, не будем гадать дальше. 4D, я надеюсь, что все сложится. И песня будет из одного очень известного фильма, в котором я снимался на заре своей туманной юности. Вот, песня полузабытая, мы хотим ее возродить. Это будет такой ремейк, ремикс, я уж не знаю, как правильно назвать. Но я надеюсь, что вот после этого она обретет свою вторую жизнь, эта песня. Особенно в таком вот исполнении, в квартетном. А в результате потом будет DVD, пластинка какая-нибудь? Вот, я не могу сказать. Будет снимать один из центральных каналов этот концерт. Поэтому, конечно, телевизионная версия будет. А вот во что это дальше выльется, будет ли DVD... И будет ли диск? Это хорошая идея. Спасибо, Женя. Я в доле. Понятно. Додали в доле. Долина тоже в доле. Все, кто... Кстати, вот почему? Надо тебе предложить. Слушай, пятым будешь? Будет 5D. Нет, у меня же ни слуха, ни голоса. А это не важно. Слушай, это главное участие. У нас олимпийский принцип. Это важно. Очень важно. Я считаю, очень важно, чтобы человек занимался тем, что у него получается. Вот. Как Харатьян. Он занимается тем, что Евгений, у него получается. У вас, поверьте мне, это точно. Вы просто не знаете, какая песня. Там точно получится. У всех получится. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.